можно мне новую обувь? Конечно, милый. Окей, тогда можешь и мне дать деньги на ботинки? Ты что, не видишь? Я и так брату последние отдала. Мама, вот мой список желаний на Новый год. Я хочу, чтобы вы подарили мне 14-й айфон. Хорошо, мой сладкий. Вот мой. Мне просто нужны ботинки, мам. Ясно. Разбирайте подарки. Ура, вы купили мне новенький айфон и макбук. Вау, можно и мне мой подарок? Подойдешь, как только твой брат закончит распаковывать свои подарки. Вот, возьми. Спасибо. Учебник? У меня уже есть учебники. Будет еще один. Это чтобы ты помогала своему брату с заданиями по математике. Вероника, что-то случилось? Я люблю своих родителей, но они меня... Хотя, в конце концов, я знаю, что они мои ненастоящие родители. Они не обязаны любить меня. Так, юная леди, а ну не вешай нос. Как бы там ни было, я знаю, что тебя ждет светлое будущее. Поверь мне. Спасибо, баба. Улыбнулась. Так-то лучше. Мам, ты звала меня? Естественно, твоя бабка скончалась прошлой ночью. Она просила отдать тебе эту странную штуку. Что это такое?